В рамках приближающегося столетия комсомола бывшие комсомольцы – выпускники 1966 года Артемовской школы номер 11. Уже по сложившейся традиции провели встречу одноклассников. Отметим, на этот раз эта встреча состоялась за пределами родного города Артемовского. Сегодня удивительный день. Мы вновь собрались с моими одноклассниками выпуска 11 школы 1966 года. Мы вместе готовим с ним праздничный юбилей в честь столетия комсомола. Мы все оттуда, родина из пионерии и комсомола. И вот сегодня выехали в город Алапаевск, взяв с собой и внуков наших. Почему? Отчего все это? Потому что, считаем мы, нет настоящего без прошлого, как нет и будущего без настоящего. Поездка в соседний город Алапаевск для бывших одноклассников стала весьма познавательной и интересной. В ходе нее артемовцы побывали на трех экскурсиях. Наша программа этой встречи предполагала посещение двух музеев. Поначалу мы зашли в храм в центре города Алапаевска, который восстановил Иван Данилович Самойлов вместе со своими единомышленниками. Вторая встреча была в музее композитора Петра Ильича Чайковского, а третья – в напольной школе, трагическом месте этого города, откуда царская семья ушла на Голгофу. Алапаевский Свято-Троицкий собор с очень большим историческим значением как для самого города Алапаевска, так и для всего Среднего Урала произвел на гостей из Артемовского неизгладимое впечатление. Дело в том, что он начинает свое строительство в 1702 году по приказу императора Петра I на казенные, соответственно, деньги. И строится он параллельно с металлургическим заводом, который здесь также в Алапаевске выстраивается. И самое интересное в том, что храм строят в каменном исполнении. Почему мы делаем на этом акцент? Дело в том, что согласно дате основания этого храма мы можем с уверенностью сказать, что Свято-Троицкий собор, как мы сейчас называем, а тогда это был Алексеевский храм, является первым каменным храмом на всем Среднем Урале. Здесь, в храме, погрузившись в исторический экскурс, артемовцы смогли узнать подробности той связи великой княгини Елисаветы Федоровны Романовой с самим городом и Свято-Троицким собором. Года, это было 7 мая. И вот после того, как ее арестовали, вместе с двумя сестрами милосердия, которые сопровождали, это Екатерина и Варвара, ее увезли из Москвы сначала в Пермь, потом Екатеринбург. И там уже, объединившись с другими князьями, дома Романова, которые прежде были арестованы в Петрограде и привезены также в Екатеринбург, их привозят всех 20 мая 1918 года в Алапаевск. Смогли гости побывать и в склепе, где пребывали тела убитых членов императорской фамилии. 14 июля 2019 года, когда уже большевики наступали к городу, приступали к нему, и вопрос уже шел даже не на дни, когда город вновь перейдет в руки большевиков, что необходимо было срочно вывозить тела. И было принято решение, что ранним утром 14 июля через окно, которое тогда еще было заложено, просто так же камнем было заложено с южной стороны, оно было разобрано, и по нему были натянуты канатные тросы, по которым эти 8 гробов спустили тогда на недавно выстроенную железную дорогу. В 1911 году мы с вами говорили, что в середине 19 века был пруд, потом уже в начале 19 века его плотину разбирают, русло обмелело очень сильно, узкое очень осталось, которое неподалеку здесь от Алапаевска, где сейчас протекает река Алапаев. И сделали насыпь, соответственно, и выстроили железную дорогу. И вот эту недавно тогда выстроенную железную дорогу спускают эти 8 гробов, там сразу же был подготовлен заранее вагон. И вот игумен Серафим Кузнецов, кстати, этот был духовным другом Елизаветы Федоровны еще при жизни, ему было поручено проследить и сопроводить вместе с двумя своими послушниками эти тела до самого конца. То есть они сначала уехали в Читу, они там приехали в конце августа, пробыли примерно полгода, когда уже Чита переходит в руки большевиков, перевозят все тела через границу с Китаем в Пекин. Далее встреча наших героев привела их к памятнику, возведенному в честь святой мученицы великой княгини Елисаветы Федоровны Романовой. И в напольную школу, куда под стражей были привезены представители императорского дома Романовых. Путешествуя по залам музея напольной школы, артемовцы с большим интересом знакомились с историей жизни и гибели великих князей. Если комната великого князя Сергея Александровича служила общей столовой для всех, то в этой комнате узники собирались на молитву. Значит, поэтому это еще такое намоленное место.
великая княгиня здесь провела долгие-долгие часы в молитве, и практически по свидетельству Александры Климовой очень редко покидала свою комнату. Только когда они там работали в огороде, да, либо вот им еще можно было посещать церковь первый месяц. Наша экспозиция оформлена фотографиями, которые отражают основные жизненные этапы Елизаветы Федоровны. По сути дела, ее биографию можно описать как ее жизненный путь, как немецкой принцессы, ставшей русской святой. А сама великая княгиня Елизавета Федоровна тоже прекрасно рисовала. Здесь у нас представлены открытки, подлинные с ее рисунками. Кроме того, вот такое вот издание «Под благодатным небом», которое вышло еще при жизни великой княгини Елизаветы Федоровны. Здесь также использовались рисунки Елизаветы Федоровны в оформлении этого издания. Это огромное количество экспонатов, рассказывающих о жизни и гибели великой княгини Елизаветы Федоровны и других князей, представителей императорского дома Романовых, позволили нашим гостям прикоснуться к истории и чудесным образом перенестись в ту эпоху. Портреты такие, в них душа вложена в эти портреты. Смотришь вот даже на Елизавету и любуешься ей, и понимаешь, что она светлая душой. Мне вот нравится это. Конечно, больше всего вот она мне понравилась. Сегодня впечатлений много, но особенно тронуло. Это удачное выполнение самими жителями города Алапаевского привлечение средств моральных, физических, денежных к тому, чтобы сделать вот это место. Место, откуда начиналось новое время, советское время, и где, по сути, заканчивалась история царской семьи Романовых. Это меня наиболее удивило и потрясло. Очень захотелось действительно посмотреть музей Алапаевска. Узнали очень много нового и вот восхитились именно подвигом женщин. Слушали на одном дыхании, даже представить не могли вот себя в таком вот образе. Это страшно, конечно, очень страшное испытание. И действительно, они мученики и героини. Отметим, к участию в этой экскурсии в Алапаевск выпускники 11-й школы привлекли своих внуков и внучек, чтобы молодое поколение знало историю не только по учебникам. Впечатление об экскурсии – это, так скажем, погружение. То есть погружение в эту эпоху, как такое чувство, что как перенесся. То есть я считаю, что молодому поколению, то есть сейчас такие вот экскурсии и вообще они необходимы. Я сам учусь в университете. И давно вообще не находился в музеях, и вот этот музей произвел мне впечатление в том плане, что очень много новой информации, и я очень доволен вообще экскурсией. Наше новое поколение помнило нашу, как говорится, нашу историю и историю вот именно наших императоров, наших царей. Оно чтобы было поучительно для молодежи и для воспитания будущего поколения. Каждый из участников экскурсионного тура в Алапаевск подчеркнул для себя что-то новое и смог обогатить не только свой багаж знаний, но и поделиться им с молодежью. В рамках данного визита к соседям артемовцам еще удалось побывать в доме музея Петра Ильича Чайковского и познакомиться с детством великого композитора в Алапаевске. Мне больше понравился первый музей имени Чайковского. Там были всякие красивые комнаты. И музыка вот мне понравилась, когда там играли на инструментах. Больше всего мне понравилось музей имени Чайковского. Музыку слушали, очень такая красивая музыка, инструменты старинные. Вообще это
очень понравилось. Впечатлениями от поездки выпускники 1966 года Артемовской школы номер 11 еще долго будут делиться с родными и друзьями. А самое главное – это необычная встреча одноклассников останется в их памяти навсегда, как и многие другие, благодаря которым они поддерживают связь через года. Мы за этот год проделали очень много поездок. Мы были на Пушкинском празднике 6 июня в поселке Красногвардейский. Нас принимал Николай Николаевич Кожемякин и показал нам все памятники природы своего родного поселка. Мы были в городе Лапаевске, мы побывали в городе Невьянске, в Реже. А сегодня вот такая новая встреча в этом городе. Мы уже теперь все, как бы уже нам 70 лет, в основном всем 70 лет, нам осталось мало. И мы что знаем только? Огород знаем, знаем семью. А вот для души-то нам это нужно. Для того, чтобы у нас была как бы, ну, радость была какая-то в жизни. Стоит отметить, все участники встречи одноклассников искренне благодарны своего рода идейному вдохновителю этой поездки, да и всех остальных сборов – Скутиной Вере Семеновне. Ведь ее активная жизненная позиция помогает всем одноклассникам заряжаться ее неутомимой энергией и чувствовать себя бодро и, самое главное, не одинокими. Я хочу сказать ей большую благодарность. Она ведь никого не забывает, она всем звонит, приглашает. На вечер встречи, допустим, прийти туда, сюда. Она, ну, я считаю, нужны эти вечера, нужны эти встречи. Потому что это все нам дает, ну, какой-то тонус к жизни, что мы еще живые, мы еще живем. Мы очень благодарны, я очень благодарна Вере Семеновне за организацию вот этих экскурсий, за наши встречи. Действительно, за то, что она нас собирает и организует поездки, встречи. Как бы потребность какая-то встретиться, потребность вспомнить, встретиться, посмотреть даже иногда фотографии, что-то даже один забыл, а другой вспомнил. На этом выпускники 11 школы 1966 года не остановятся. Ведь эти встречи одноклассников дарят им возможность чувствовать себя молодыми, полными жизненной энергии. Тем более, что совсем скоро будет отмечаться столетие комсомола. И уже сегодня к этому событию они готовятся. Поэтому обязательно придумают что-то свое интересное.